научное выступление. Николай Магнитский, пожалуйста. Вот я вопрос задавал по поводу квантовой механики. Сказать. Вот я сейчас хочу просто сказать, что Геннадий Владимирович, может быть, не знает, сказать, есть сейчас другой подход к описанию устройства вообще энергетических уровней, как электроны устроены, сказать, в атоме. И что нет в атоме на самом деле никаких, это моя точка зрения тоже, что никаких орбиталей нет, никаких пси-функций нет, ничего, сказать, все описывается некими механическими уравнениями. Но в чем, вот, да, Клоновского барьера тоже нет, этого самого туннельного эффекта, сказать, естественно, тоже нет, вот, и квантовых чисел тоже никаких нет, а все экспериментальные данные все описываются с точностью там до десятых, до сотых долей процента даже совпадает. Значит, вот в чем-то, да, и при этом, сказать, электрон сам по себе намного больше, чем протон, примерно в 2000 раз, потому что он имеет частоту вращения, сказать, меньше, но, естественно, энергию меньше, поэтому размер у него намного больше. И поэтому вот в чем смысл здесь все-таки этой работы, мне кажется, интересной. Если здесь пытается объяснить все эти процессы, сказать, Геннадий Владимирович, слиянием пси-функций, где-то там взаимодействие между ними, но если отказаться от пси-функций, значит, и встать на правильную точку зрения, что никаких пси-функций нет в природе, ничего ими не описывается, а это просто большие электроны такие, сказать, вот в каждом атоме, сказать, вот это электронное облако, это, значит, гигантские электроны, которые, волновые структуры, вращающиеся вокруг протонов и нейтронов. Значит, и тогда вот взаимодействие этих структур, сказать, вполне возможно как раз и будет объяснять вот эти процессы. Так что, значит, с одной точки зрения, мне кажется, что здесь квантовую механику использовать не нужно, это все неправильно, а вот с другой стороны, все-таки идея здесь правильное есть, но вот надо ее по-другому переработать, и тогда, возможно, это будет объяснять вот те процессы, которые происходят, значит, в тех экспериментах, которые, значит, вот по мнению Геннадия Владимировича, существуют, и по мнению многих экспериментаторов существуют. В чем, кстати, я все-таки не очень уверен, на самом деле, существуют ли эти процессы, в принципе. Николай Александрович, вот, Николай Александрович, а вы и пики тоже объяснили? Спектра, пики световые спектры объяснили. Ну, и я не могу все сразу сказать, объяснить. Сказать. Пока, по крайней мере, все электронные атомы, они все. Механика оттуда идет-то. Все много электронных, вплоть пиков. Сколько не пытались поймать вот эти пики, не ловятся они. Отсюда и аж. Ну что, Володь Чижов, давай я тебя отключу, потому что без разрешения влез, так? Ведь Николай свою точку зрения, мы да, должны... Да, я высказываю точку зрения. То есть вот этим методом, который сейчас я говорю, сказать, все 118 элементов объяснены, и все энергии связи, и в ядра все объяснены, сказать, и найдены все электронные не орбиты, не орбитали, а именно, сказать, электронные энергетические уровни, на которых электроны существуют. Вот, потому что спектры все пошло то светового. Это не энергия электронов, как принято в квантовой механике считать, но это очередная бредовая совершенно, сказать, идея, что эти на этом энергии, например, та самая ионизация водорода, сказать, это энергия какого-то там электрона, сказать, в атоме водорода. Это энергия связи электронов с протоном. И формулы найдены тоже для всех энергий связи, сказать, и все объясняется обычными... Давайте, Николай, мы сейчас... Да. Ну вот я просто говорю сказать, что все-таки интересная идея здесь есть, потому это возможно, сказать, если ее так вот проработать в том плане, вот как мне кажется, как в верном плане, но это опять же с моей точки зрения, то там, возможно, здесь получится очень интересный результат, возможно, он и объяснит то, что, значит, вот все хотят объяснить. Спасибо.